Здравствуйте, зрители нашего канала. Ну, наверное, мы уже познакомились с самым маленьким, конечно, количеством оптических приборов под названием бинокли, самых простых и самых примитивных, как я их называю. Мы все должны понимать, что бинокль – это просто лишь только очки. Это только начало славного пути при восхождении на оптический олимп. Но и тем не менее, свои олимпы есть и случаются даже в такой сфере, как простой обыкновенный бинокль. Особенно, когда он немножечко необыкновенный. И вот эту вот необыкновенность ему, конечно же, придает та самая стабилизация, та самая стабильность, о которой все мы только мечтаем. А Карл Цейс уже воплотил в жизнь и с 1990 года выпускает, ну, воистину, шедевр точной механики, претензионной оптики и вообще что-то такое, чего не делают все остальные в мире оптики от слова совсем. Это тот самый Карл Цейс 20/60, S как доллар. S – это значит стабилизация. Давайте мы сегодня познакомимся с данным биноклем, рассмотрим его характеристики, посмотрим на его анатомические особенности, что в нем хорошего, что в нем плохого. Ну и, собственно говоря, узнаем, что есть и такие чудеса на свете. Кейс, алюминиевый кейс, домик, в котором живет этот бинокль. Если вы отправите свой бинокль в Германию в ремонт 20/60S и не приложите к нему вот такую алюминиевую коробочку, то после ремонта производитель попросит вас купить данный кейс у него за 220-240 евро. В противном случае он вам будет отказан в отправке обратно этого бинокля из ремонта. Карл Цейс перевозит, отправляет своим клиентам данные изделия только исключительно в таких коробках. То есть он транспортироваться будет из Германии только в алюминиевом кейсе. Вам нужно будет либо его посылать вместе с алюминиевым кейсом, либо приобретать новый. Это такая маленькая ремарка. Открываем наш волшебный ящик. Уже не черного, а серебристого цвета. Ну и, собственно говоря, перед нами это чудо точной механики, сделанное в Германии. Бинокль выпускается по настоящий момент. Ну и среди любителей оптики это, конечно, такая сакральная, я бы сказал, воистину культовая вещь. Разберем, почему она культовая. Значит, механизм стабилизации, в отличие от Кэнона, Никона, Зигзауэра и прочих других прославленных брендов, построена на механических принципах.
Если мы рассмотрим данный бинокль в разрезе, давайте же рассмотрим основные принципы, что же за такой волшебный и чудесный механизм заложен в основу стабилизации, в основу той самой стабилизации, которая действительно не мылит, действительно не мажет, которая при наклоне более 45 градусов, хоть 90 градусов, не имеет никаких побочных эффектов, опять же, в виде резких смазываний, чем, кстати, грешит система стабилизации у Canon. И что мы здесь видим? Призма. Вот здесь пора призмы. И вот эти пора-призмы каким-то чудесным образом на шарнирах и на пружинах соединены и работают совместно со всей оптической схемой данного бинокля. Оптическая схема достаточно проста. Двухлинзовый объектив, положительная, отрицательная линза. Достаточно хорошая бликозащита в виде ребер, все черное, и имеются вот такие диафрагмы, защитные диафрагмы от паразитарных засветок. Призменный блок, поропризмы и еще ромбовидные призмы в окуляре. Вот здесь вот еще есть дополнительные призмы. Окуляр достаточно простой, Airflé представляет из себя пятилинзовую систему, глазная линза и две склейки, то есть 5 элементов в 3 группах. Чем приятен этот бинокль? Вообще, чем приятна система стабилизации? Первое, тем, что нам не нужно менять батарейки. Мы не привязаны к элементам питания. Если мы не привязаны к элементам питания, значит, диапазон использования данного оптического прибора у нас может быть и при минус 10, и при минус 15, и даже при минус 20. Хотя я бы, наверное, конечно, не стал при минус 20 пользоваться сим-девайсом. Но он будет работать и будет работать безупречно. Чем хороша еще эта система? При включении она не издает практически никакого скрипа, никакого жужжания, то есть нет никакого звука. Вторая прелесть данной системы. Третья прелесть данной системы в том, что она действительно полностью гасит мелкие колебания с высокой частотой, но небольшой амплитудой. Если вы едете на багги по пустыне Сахара, или если вы, скажем так, едете на мотобайке сзади, значит, ну как сзади, то есть водитель впереди, а вы, так сказать, одной рукой придерживаясь, второй держите в руках бинокль, а большое волнение, ну это будет, конечно, не совсем удобно, и вы не получите совсем тот результат, потому что колебания с большой амплитудой данный бинокль гасит, конечно, не идеально хорошо. Это все-таки уже в чистом виде должны быть гироскопы. Данная система была применена с помощью пружин, шарниров и, что самое главное, магнитов, которые начинают успокаивать эти самые пружины. Она была реализована в Farvision. Это Farvision 20x50. Примерно такая же схема. Но, наверное, она была, конечно, не такая. Она была все-таки ближе к именно как раз к тем самым гироскопам.
Но за счет оптики, сведения оптических осей, просветляющих покрытий, Far Vision это, конечно, ну, не буду ничего, без комментариев. Здесь мы имеем Т-покрытие, фирменные антибликовые покрытия от Zeiss. Как я уже сказал, данную бликозащиту и безупречную, не имеющую аналогов во всем мире, систему стабилизации. Поле достаточно небольшое, на 1000 метров это 52 метра. Вес данного бинокля, несмотря на его кажущийся большой габарит, составляет 1660 грамм. Ну, 1660 грамм – это вес чуть больше, чем порабинокль формата 1050 или 750, например, от того же Пентакса. На чем бы еще хотелось остановить и заострить ваше внимание, ну, помимо, как я уже сказал, стабилизации, которая позволяет вам на увеличениях с 20 крат и при выходном зрачке 3 мм действительно рассматривать мелкие детали, и не нужно даже, наверное, иметь никакой зрительной трубы, достаточно бинокль будет справляться и с этой задачей. Есть у него и, конечно, и, скажем так, слабые стороны. Первая слабая сторона – это то, что он влагозащищенный, но он не водонепроницаемый. Поэтому, когда вы вынесли его под проливной дождь, ну, не знаю что, нужно его хорошо потом будет просушить. А вообще, конечно, не подвергать его воздействию прямого попадания влаги. Потому что фокусировочное колесо, ну вот есть тут такие моменты, элементы, хотя все кажется, что закрыто герметично. Хотелось бы несколько слов сказать еще, кроме отсутствия водонепроницаемости, еще об одном артефакте. Это все-таки появление ложных переотражений. Все-таки от бликов данный бинокль не избавлен целиком и полностью. Я полагаю, это связано с тем, что на призмах нанесено однослойное покрытие, и с фазовой коррекцией, конечно же, Zeiss не стал заморачиваться. Я вот, ну, нахожу, наверное, вот это, наверное, пожалуй, будет главная причина возникновения данных переотражений. Хотя их, конечно, при данной диафрагме, при данной апертуре достаточно сложно контролировать эти переотражения, потому что 60 мм глазной линзы дает целое море света. И когда они попадают на призмы, переотражаются, плюс еще проходят через ромбические призмы окуляров, конечно, путь их тернист и непрост. Поэтому вот сии артефакты встречаются в данном бинокле. Но, опять же, все это меркнет тогда, когда вы берете его в руки. Диоптрийная настройка от плюс 7 до минус 7, ну, по крайней мере, вот на градуировочной шкале. Это очень большой диапазон, прямо вот очень-очень большой. Межзрачковое расстояние регулируется вот таким образом, смещением окуляров. Вот таким образом. Вынос выходного зрачка достаточно комфортен, но мы не можем здесь подвернуть резину, потому что она достаточно плотная. Достаточно такая упругая и плотная. Также мы имеем с вами гнездо для крепления штативной площадки, то есть данный бинокль может быть установлен на штатив. Во всех инструкциях
написано главное, самое главное предупреждение. Ну, помимо того, что нельзя смотреть на солнце, главное предупреждение заключается в том, что в момент нажатия и активации той самой стабилизации вы не должны делать резких движений, и бинокль вы не должны ни обо что ударять, то есть встряхивать, бить данный бинокль при нажатии кнопки активации, хотя и без нажатия, я думаю, тоже вы не будете этого делать, крайне не рекомендуется, потому что ремонт данного девайса будет очень и очень дорого стоить. В качестве анонса, наверное, мы в следующей с вами передаче как раз поговорим про гарантийный ремонт. Многие задают вопросы, и многие почему-то питают иллюзии о том, что там существует какая-то гарантия в России на продукцию Nikon, Carl Zeiss, Steiner, Swarovski и Leica. Я попробую поделиться с вами своим опытом. И на примере, например, этого же бинокля, просто это прямо действительно тема отдельной передачи, мы с вами рассмотрим и алгоритм лечения, ремонта вашего любимого оптического прибора. Ну и, наверное, в качестве такого лайфхака я дам несколько советов по тому, что надо делать, если вы почувствовали деградацию покрытий, расфокусировку или какие-то еще элементы, связанные именно с производителем, именно с технологическим браком вашего оптического наблюдательного прибора. Массу мы сказали, поле мы сказали, оптическую схему мы с вами рассмотрели, очень мало линз, очень все прозрачно. Но такой действительно яркой и резкой картинки мы, конечно, сейчас сразу вспомним про Canon 1042L с красными полосочками. Действительно, там за счет установленных двух линз с низкой дисперсией, линз с низкой дисперсией, картинка действительно замечательная. Она сочная, яркая, контрастная и так далее и тому подобное. Она очень близка к эталону. Но сама работа стабилизатора у Canon, она очень уязвима. Я думаю, что про системы стабилизации, эксплуатацию этих систем и вообще плюсы и минусы мы тоже сделаем обязательно с вами отдельную передачу, потому что система, есть несколько систем стабилизации, и 3-4. И вот здесь, ну, пожалуй, это как раз одна из тех немногих систем, которую реализовал вот в таком претензионном качестве только Carl Zeiss. Потому что и Canon, это отдельная история, Zigzaur, Nikon и Fujinon, это другая отдельная история. И она, я думаю, что также будет вам всем интересна. Поэтому, внимание еще раз, взяв в руки этот бинокль, не делайте резких движений, не бейте им, особенно в момент активации системы стабилизации, потому что ремонт будет не просто дорог, а чрезвычайно дорог. И еще, что бы мне хотелось сказать. Вот это мои уже личные, так сказать, впечатления и размышления. Покупая на вторичном рынке данный прибор, вы даже, наверное, в магазине, вы будете все равно немножечко не уверены в том, что он в идеале. Объясню вам почему. Ну, во-первых, Carl Zeiss дает на них гарантию 5 лет, и это неспроста. Бинокль данного вида
с данной системой стабилизации? Во-первых, он не должен лежать 10 лет на полке. Вот если он просто лежит 10 лет на полке, это плохо, потому что в конструкции его используются пружины. Раз. То есть вы, как автомобиль, не должен стоять в гараже 10 лет, тем более не на колодках, а просто на колесах. Вы должны прокручивать все равно, вы должны заводить мотор, вы должны проезжать какое-то расстояние, так и здесь. Вы периодически должны нажимать кнопку стабилизации, должны активировать, должны его пробуждать. Здесь, может быть, я его бы сравнил даже с теми самыми солнечными часами, солнечными аккумуляторными батареями, на солнечных аккумуляторных батареях, которые не должны там несколько лет лежать в темноте. Их нужно пробуждать, их нужно заряжать. Это первое. Второе, как им пользовались? Если его выносили на дождь, если его не берегли, то велика вероятность развития плесени. Он очень нестойк к этому явлению, поэтому вот здесь такой момент. И третье, это характеристики самой стабилизации, а там они определяются у Цейса в Эйцлере, определяются на определенном оборудовании. Они будут, ну, вы можете только говорить о том, что у вас хорошо работает система стабилизации, а как она работает вот по графику, как она работает в графике, сказать будет можно только после того, как инженеры Цейса его диагностируют. Поэтому чрезвычайно, с одной стороны, такой вот действительно оптический олимп в плане биноклей, а с другой стороны, такая вот штуковина, которая должна транспортироваться в этом красивом алюминиевом кейсе. И это действительно, вот смотреть и наблюдать в него, ну, это просто одно сплошное и бесконечное удовольствие. Тем более, что данный бинокль имеет центральную фокусировку, она достаточно такая свободная. Ну, все здесь, мелкие детали, птицы за 1,5 километра, в общем, цветы, ну и, естественно, люди. Естественно, люди. Минимальная дальность фокусировки составляет 14 метров, что для 20-кратного бинокля более чем отлично. Ну, засим разрешите закончить наш сегодняшний сюжет, наше сегодняшнее знакомство. И мне обязательно, конечно, хочется будет в следующей передаче поговорить с вами именно о гарантии. Потому что это пригодится многим владельцам биноклей, у которых по тем или иным причинам бинокли вышли из строя, или владельца что-то беспокоит. Потому что все-таки бинокль сделан человеком, и его нельзя сделать идеальным со всех сторон. Исключить все пылинки изнутри, исключить пузыри, какие-то пузырики в призмах, исключить какие-то мелкие артефакты, которые не влияют на оптическое качество, но тем не менее вызывают раздражение и вызывает неприятные ощущения у их владельцев. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Мира вам. До свидания.